Пока понаблюдай за Тариком и янычарами. В свое свободное время они часто бывают на базаре. Хорошо, я попробую. А, снова вести скрытое наблюдение. Да. Так, задание выполнено. Угу. Так, и как далеко теперь нам нужно двигаться для того, чтобы попасть к следующему заданию? Так, 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 так. Нет, точно не вверху. Парадар у нас где-то было в стороне, если не ошибаюсь. Блин, слишком много значков. Да, вот оно. Угу. Блин, придется бежать, однако. Здесь, конечно, можно сократить на вход в тоннель. А здесь выйдем. Ну, тогда мы тогда мы залезем вот на эту точку обзора, чтобы побольше. А здесь, смотрите. База тамплиеров. Придется мочить. Ладно, бежим тогда сейчас до... Yes, 100% синхронизация достигнута. Ну, мы делаем все на 100%. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Да сейчас-то какая разница, обнаружит меня, не обнаружит. Вообще пофигу. Ну, вопрос, как теперь отсюда выбраться. Так, давайте-ка изучим. 40 тысяч! Ай, Ирина. Прикольно, конечно, но у меня таких денег сейчас нет. Мне они все равно потребуются на спецоборудование для моего Эцио. Так, ну это зря, зря. Упс. Так, что-то высоковато как-то. Сюда я допрыгну. А просто ради интереса. Ой. Замечательно. Там где-нибудь наверху голубячий помет будет, интересно. Чтобы спрыгнуть. Очень эффектно. Очень такая большая крыша. Так. Так, 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 так. Здесь как-то странно. Я ищу этот тоннель. Черный торговец взрывчаткой. Да, группу нам нанимать незачем. Еще один торговец смертью. Так, режим незаметных действий. Что-то я, наверное, отклонился от курса. И пробежал этот тоннель. Может быть и нет. Это для профилактики в сток сена. Чтобы не растерять навыки. Да, слушайте, там какой-то заговор действительно назревает. Я согласен, непонятно почему. Хотели убить брата. Так, точечка обзора. Где она? Ух, как высоковато. Высоковато будет. Но придется работать сейчас. Давайте поработаем. А, вопрос. Фенди. Ипподром. Откроем базу данных, посмотрим, что про него пишут. Вот очень удобно, когда они абзацами так делают. По-моему, мы отсюда и начинали вот эту последовательность. Если не ошибаюсь. Так, а где... Ой, жердочка-то далековато будет. Высоковато, точнее. Ну, как они хотят, чтобы я туда забрался. Так, неужели вот по этим надо будет лезть? Хотя нет, не уверен. Там еще звук такой был, что там есть. Сюда надо. Упс. И... О, yes. Ну, все нормально. Будем считать, что мы уже добрались. Отлично. Сейчас синхронизация. И прыжок веры следом сразу. Движухи особой маловато. Так бы драйва какого-нибудь... Так, ну что, теперь можно прыжок веры делать. Очень эффектно смотрится. Особенно, когда камера летит прямо за нашим Эцио. Вообще класс. В этом смысле очень круто. Надо карту посмотреть. Сколько нам еще бежать-то?
насколько сильно отклонились от входа в тоннели. Это елки-палки. Так. Что-то я уже цель упустил. Где она? Странно, почему они мне не дают? Да вот она, уже добежали. Все сливается. Вообще было бы круто, если бы, конечно, на карте мигала наша текущая задача. Куда нам нужно бежать. Так очень неудобно искать, все сливается. Там куча вот этих значков. В этом, конечно, плане не очень хорошо получилось. Просто бегаешь глазами, а толку-то от этого? То, что все как одно. Либо света можно было каким-нибудь другим выделить. Удобства было бы намного больше. Ну что, мы почти. Почти. Что у нас здесь? Миакара. Нити наших судеб переплелись. Два итальянца, которых занесло на восток. Вы чувствуете силу магнетизма? К вам точно нет, миссэр. Отвяжитесь. Он пристает к вам, София? Простите, миссэр, но мы с этой Донной... А, и дьявола имперсона! Назад! Дуччо. Че это он испугал? А, Дуччо! Бегите, Бона Дона! Бегите прочь! Кто это был? Он Кане. Это был Дуччо. Он когда-то был помолвлен с моей сестрой. И чем закончилось? Ведь его Кацо сватался еще к шести. Еду в Ганя. А что привело вас на пристань? Да вот зашла с работы забрать посылку. Но мне сказали, что у капитана что-то не так с бумагами. Вот стою, жду. Кисекатура, тут и весь день проторчишь. Может, и не придется. Я знаю, как можно обойти правила. Серьезно? Си. Я потом зайду к вам в лавку. Си-си, бля. Так, посылка Софии застрял в порту из-за бюрократической волокиты. Вот даже в то время все это было. Да это было, есть и будет. Бюрократия, коррупция. Так, пройти в порт и выйти из него незамеченным. Это для полной синхронизации. Хорошо, что не доп. Задание. Можно будет... Ой, перепройти. Так, ну эти ребятки, наверное, меня не пропустят. Пошел. Ладно, ладно, пошел. Какие суровые, а. Так, ну ладно. Суровее некуда прям. Сейчас попробуем обойти с фланга. Наверное, я буду их убивать. У меня, кстати, есть еще неиспользованные ассасины. Их руки тоже сейчас здесь пригодятся наверняка. Тут еще Сенцо есть. Блин, а почему? Давайте наверх залезем. Нафига он не хочет наверх залазить? Странно. Может быть, здесь? Тоже нет. Ну ладно, нет так нет. Тоже нет. Как-то надо залезть. Потому что... достаточно сложно будет. Ух. Так. Ну, там двое стоят. Надо найти сейчас способ все-таки забраться. Надеюсь, здесь меня никто не увидит. Вообще замечательно, он просто смотрит вверх и не может прыгнуть. Так, Дуччо. Вот куда нам надо. Чтобы нас никто не заметил. Но у нас же в задании не было сказано того, что никого не убить. Так, шикарно. Долечу. Yes! Просто супер. Так, где-то стражники там. Надеюсь, незаметно можно пробраться. Oh, yes! Только прям кто-то здесь у нас ходит, типа. Ну и по лестнице, почему же я не могу залезть? Упс. Вот этих надо убирать, конечно, которые здесь на корабле стоят. Там еще на пристани.
Yes. Вызываем ассасинов. Сейчас он и второго загасит, потому что их там двое. Молодец.